Народ мой, я Бог твой, гремоставный гласы, возлюбивший тебя любовью вечной и простер к тебе свое благоволение. И я пришел ныне не для того, чтобы возложить на тебя бремена, неудобно носимые, говорит Господь. Но я пришел, чтобы освободить тебя от твоего бремени, гремоставный гласы, освободить тебя от негодных мыслей, от заблуждающихся мыслей, гремоставный гласы, чтобы ты не просто слышал, народ мой, но чтобы ты разумел, говорит Господь, но чтобы ты уразумел суть того, что произошло, чтобы ты не просто восхищался, родился Спаситель, родился Мессия, родился Господь, но чтобы ты вникал в цель происходящего, говорит Господь, чтобы ты разумел, для чего родился, гремоставный гласы, и зачем родился, какая цель всего, гремоставный, и дальнейшего происхождения, все, что произошло, народ мой, для того, чтобы ты сегодня стоял здесь, на этом месте, приготовленном для тебя, говорит Господь, чтобы ты слышал слова истины, слова жизни, говорит Господь, гремоставный, а посему, народ мой, вникай и вникай более в слова мои, в истину мою и научайся от благодати моей, говорит Господь, гремоставный гласы, оставь свои амбиции, оставь свои умствования, говорит Господь, свои превозношения над другими, говорит Господь, но велико-велико смирись под крепкую руку мою, гремоставный глаз, ибо я снабдил тебя всем необходимым, чтобы ты имел все для жизни и благочестия, говорит Господь, чтобы ты мог унаследовать жизнь вечную, гремоставный глаз, который приобрел для тебя Господь, чтобы ты не потерял спасение, чтобы ты не расточил то, что дал тебе Господь, но приумножил, говорит ныне Дух Святой, но собрал более и более, чтобы не оказаться пустым. Тебе в онный день, кремоставный глаз, посему Дух Святой направляет тебя к истине, Дух Святой направляет тебя к словам моим, говорит Господь, которых суть дух и жизнь, чтобы ты научился поклоняться Богу твоему и предстоять, как должно пред лицем моим, гремоставный глаз, чтобы ты был припоясан, говорит ныне Дух Святой, гремоставный глаз, припоясан истиной моей, гремоставный глаз, чтобы ты мог быть светом и ходить во свете, гремоставный глаз, чтобы ты не потерял, гремоставный глаз, то, над чем так трудился Дух Святой, гремоставный глаз, ибо в одно мгновение можно все потерять, в одно мгновение можно, гремоставный глаз, оглянуться и свернуть с пути этого, гремоставный глаз. А посему говорит Слово Божие, следуй за мной, сказал Господь, гремоставный глаз, и не теряй эту цель из вида, вразумляйся и наставляйся, говорит Господь, тем, что оставлено для тебя этот источник жизни, и входи во святое, говорит Господь, путем новым и живым, посредством крови, говорит Господь, гремоставный глаз, приходи на Голгофу, не забывай этот путь, гремоставный, ибо там освобождение, там спасение, говорит Господь, там жизнь, приобретенная для тебя, говорит Господь, чтобы ты был живым пред лицем моим, гремоставный, чтобы ты совершал и дела, говорит Господь, гремоставный, ибо я избрал и для того, чтобы был народ особенно ревностный к добрым делам. Но где ревность твоя, народ мой, гремоставный глаз? Где смирение твое, говорит Господь? Где кротость, где поклонение в духе, в истине, гремоставный глаз? И где любовь к Богу, гремоставный? Где ты расточал, где ты потерял, вспомни, откуда ты не спал, и возвратись на прежнее место, гремоставный, ибо гордость — это не лучший способ преодолеть этот путь. Гордость — это есть способ потерять этот путь, говорит Господь. Потерять все, кремоставное. Я посему смиренным дается благодать. Смиренным изливается, говорит Господь, кремоставное. А посему народ мой, кремоставное, ищи лицо мое. Приближайся более и более к Богу твоему, кремоставное, классе. Дабы ты, народ мой, кремоставное, глаз был светом миру этому. Дабы ты был солью. Ибо видишь, как разлагается этот мир, как умножается беззаконие и грех, кремоставный глаз, как все идет к концу, народ мой.
разумей это время, в котором ты живешь, сопоставляй более и более, вникай в себя в учение, и этим занимайся повседневно, повсечасно и ежеминутно, и не суди никого никак, говорит Господь, ибо есть истинный судья, который осудит того и другого гранишного класса, ибо каждый предстанет пред лицем моим и даст отчет за все, что делал, худое или доброе, народ мой, а посему смотри, что сеешь гранишного класса, ибо жатва неминуема, и когда придет день жатвы, что пожнешь, говорит Господь, будет ли это благо, будет ли это во спасение, народ мой, наблюдай сегодня за жизнью своей, наблюдай за устами своими, за помыслами своими, говорит Господь, не мысли ближнему зла, не поднимай перст твой, говорит Господь, Генштабле, но более склонись, более умолись пред Богом твоим, Генштабле, и тогда будет благо тебе, Генштабле, приди на Голгофу, Генштабле, освободись от всего, что гложет тебя, что тебе тит твое сердце, говорит Господь, ибо нет мира, говорит Господь. Нет мира и в семьях, кременштамные глаза, вражда, негодование. От какого духа это все, говорит Господь? Различаешь ли ты духов сегодня? Понимаешь ли ты то, чтобы отличить добро от зла? Что принимаешь, говорит Господь? Чему даешь место? Какую информацию собираешь? Вникаешь ли ты в слово мое? И приобретаешь ли ты откровение, говорит Господь? Собираешь ли ты это или информацию мира сего, которая приносит страх в сердце твое, Гуменштамне, и трепещешь, говорит Господь, Гуменштамне, и сомневаешься, и колеблешься, и говоришь, как пройти, а как будет, а как сохранить себя, говорит Господь, а ты храни себя по слову, а ты дай место Духу моему, Гуменштамне, глаза, и Дух Святой, Он наставит тебя на всякую правду, возвестит тебя в будущее, говорит Господь, ибо я пришел, чтобы дать будущность и надежду, говорит Господь. А надежда, она не постижает в масштабной классе, а посему храни и храни все то, что ты имеешь, все то, что ты, тебе дал Господь, и возделывай, говорит Господь, ибо ходит рыкающий, как рыкающий лев, и желает поглотить народ мой. Ой, если бы не милость моя! Ой, если бы не рука моя, говорит Господь, Генштабный глаз, где был бы ты сегодня, а посему благодари, как неблагодарность сердце твое, как мало для тебя, говорит Генштабный глаз, и все стараешься, и все стяжаешь, для кого? Не знаешь, что будет, ибо времена придут тяжкие, Генштабный глаз, времена придут тревожные, народ мой, Генштабный глаз, и в страхе будут все, и в трепете, Гермонштамной глаза, и не спасет богатство никого, говорит Господь, и стяжание не спасет никого, только Господь, только Иисус, говорит Господь, только Слово Мое и Дух Святой Он сможет провести, утешить тебя, Гермонштамной, укрепить и утвердить веру твою, чтобы ты уповал только на Бога, не надеялся на свои сбережения, ибо как птица улетит, Гермонштамная, и не поймаешь, говорит Господь, а посему собирай сокровища на небесах, собирай сегодня жизнью своей, поступками своими, говорит Господь, Гермонштамная глаза, замечай нуждающихся, замечай погибающих, протяни руку помощи утопающему, говорит Господь, Гермонштамная глаза, для чего дано тебе слово, для чего верена тебе, дана тебе власть и сила, говорит Господь, для чего народ мой, Гермонштамн, не просто, чтобы ты превозносился друг над другом, не просто, чтобы ты гордился, Гермонштамн, но чтобы ты в смирении исполнял волю мою, Гермонштамн, глаза, чтобы спасались души, чтобы царство мое умножалось, пределы мои расширялись, для чего оставлена церковь на земле, это столб и утверждение истины, если это сегодня, Гермонштабный глаза, наблюдается ли это в сердце твоем и в жизни твоей, народ мой, пересмотри свое хождение,
Пересмотри свои ценности, приблизься к Богу твоему, Гремништам Деглайса, черпай из этого источника жизни, Гремништам Деглайса. Не смотри в мир и не пожелай этой похлебки, отравляющей, говорит Господь, но черпай жизнь, ибо дам тебе источник неиссякаемый, и он никогда не высохнет, говорит Господь, но более и более будет примножаться, и более и будет изливаться, говорит Господь, Гремништамный, и по мере того, как утяжелится время, говорит Господь, как будут более строги обстоятельства, и будут проблемы, более будет умножаться благодать, более будет изливаться, говорит Господь, ибо я не оставлю наследие свое, Гремништамный Глаза, не отдам на поругание, говорит Господь, ибо я желаю, чтобы имя мое славилось в церкви моей, чтобы имя мое славилось в народе моем, народ мой, чтобы тебе было благо, чтобы ты радовался, чтобы ты велико бодрствовал и трезвился на этом пути, народ мой, чтобы ты не унывал, чтобы легался, чтобы лукавый не приносил тебе боль, и говорит Господь, чтобы ты не отступил от Бога живого, чтобы ты никогда, никогда не поколебался. Для сего и дам тебе Дух Святой, для сего и дам на тебе помазание, так прислушивайся, так стремись, чтобы слышать голос Духа Святого, чтобы разуметь наставления мои, говорит Господь, прислушивайся, наклони ухо твое и услышь, что говорит тебе Дух Святой, который ободряет и утешает тебя, Гремништамный Глаза, которым изливается любовь моя в сердце твое, говорит Господь, Гремништамный, но не для того, чтобы ты просто слышал, чтобы ты просто знал, но чтобы ты делился с другими, чтобы эта любовь разливалась дальше, говорит Господь, чтобы эти воды текли, говорит Господь, в засохшие и сохшие места, Гремништамный, чтобы возрождалось все, Гремништамный, чтобы благоухало пред лицем моим, народ мой, чтобы ты замечал и видел дела мои, говорит Господь, и говоришь, где обетования твои, Господь? А почему ничего не происходит? Потому что не хочешь меняться, говорит Господь. Не хочешь изменить жизнь свою. Не хочешь, Гремништамный, оставить свои амбиции, свои эмоции, говорит Господь. И велико смириться пред Богом жизни, Гремништамный Глаза. Ибо когда смиришься, когда умолишься, тогда увидишь великие и чудные дела мои. Ибо я желаю производить свою работу, Гремништамный, и произведу, говорит Господь, и многие изумятся, и многие воскрешут руками и скажут, как могло такое произойти, как могло такое быть, Гремништамный Глаза, как мог этот мертвый ожить, Гремништамный Глаза, а я для того и пришел, Гремништамный, чтобы мертвые получили жизнь, Гремништамный Глаза, те, которые во грехах и беззакониях умерли для Бога, чтобы они воскресли, народ мой. И это будет происходить, ибо я еще многих подниму, еще многих воскрешу, Гремништамный Глаза, а посему, народ мой, иди и трудись. Аминь. Аминь.